В Грузии разгорается громкий скандал. Во втором по величине городе страны Кутаиси власти решили убрать мемориал воинской славы, установленный в память о погибших на фронтах Великой Отечественной. Снос должен завершиться к 21 декабря, дню рождения президента Саакашвили. Рабочие, которые ведут демонтаж, говорят, что о переносе памятника не слышали и получили задание взорвать его. Николай Захаров выяснял детали. Пока рабочие долбили стену, чтобы заложить взрывчатку, с другой стороны стелы уже сняли часть бронзового барельефа. После того, как все работы будут закончены, здесь прогремит взрыв, и мемориал воинской славы, установленный в память о погибших в Великой Отечественной, будет стерт с лица земли. Рабочие трудятся от рассвета и до заката. Огромный обелиск нужно успеть сломать к 42-му дню рождения президента Грузии Михаила Саакашвили. Это делается по поручению президента, и к 21 декабря демонтаж должен быть завершен. Куда отвозят фрагменты памятника, я не знаю. Зачем рушат? Сюда хотят перенести парламент из Тбилиси. Из Тбилиси в Кутаиси, второй по значимости город Грузии, парламент должен переместиться по предложению Михаила Саакашвили. Народные избранники, собственно, переезд уже одобрили. По регламенту с 2013-го в Кутаиси будут проходить пленарные заседания. Для работы в парламентских комитетах депутаты будут возвращаться в столицу государства. И хоть официально место строительства нового здания для законотворчества не определено, грузинская оппозиция уверена, его построят именно на месте снесенного мемориала. Ну, это кощунство, понимаете. Ну, хорошо, можно, значит, демонтировать. Но это, значит, демонтаж должен вызваться каким-то форс-мажором, понимаете? Его, значит, смонтировать на другом месте. Этот памятник погибшим в Великой Отечественной открыли в 1981-м. И церемонию показывали по грузинскому телевидению. Под пение хора зажгли вечный огонь. На фронт во время Великой Отечественной из Грузии ушли почти 700 тысяч человек, и каждый третий не вернулся домой. Мираб Бердзинишвили, автор монумента, уже заявил, разрушая камень, власти вернулись в каменный век. Это те люди, которые ничтожеством хотят усилить свои позиции. Это про них сказал поэт. Не смогли достичь высот и начали истреблять все, что под рукой. Грузинская оппозиция уже заметила, этот демонтаж памятника очень напоминает события 2007 года, когда в Таллине с холма Тынисмяги убрали скульптуру бронзового солдата. Монумент просто перенесли в другую часть города, но это вызвало многотысячную акцию протеста, которая затем переросла в беспорядки на улицах эстонской столицы. До массовых выступлений с таким же накалом эмоций, как в Таллине, у Таиси пока не дошло. О том, что разрушает памятник победы над фашизмом, в Грузии написали только две газеты. Николай Захаров, Нукзар Кириселидзе, НТВ, Кутаиси. На решение грузинских властей снести мемориал в Кутаиси сегодня резко отреагировал российский парламент. Депутаты Госдумы назвали действия Саакашвили преступными и призвали коллег поднимать эту тему на всех международных площадках. Борис Грызлов назвал такое выступление абсолютно правильным.